Согласно основам иудейского вероучения, иудеям запрещено создание собственного суверенного государства. Исходя из Божественного Завета и приказа Всевышнего, мы должны быть доброжелательными по отношению к тем, с кем мы живем на одной земле. Убийство, воровство, оккупация чужих земель, репрессии по отношению к целому народу – все это категорически запрещено иудаизмом. Современный Израиль, являющийся нелегитимным и преступным, основывается на слушании Божьих заповедей и постулатов иудаизма. Израиль – это беда и катастрофа как для палестинского народа, так и для евреев. Еврейский народ жил в мире с соседями-мусульманами в Палестине и во многих других мусульманских странах. К сожалению, этот мир был разрушен посредством вмешательства сионистов и основания государства Израиль. Мы выступаем за полную независимость Палестины, требуем возвращения всех прав палестинскому народу. Мы решительно заявляем, что евреи будут в большей безопасности и под более надежной защитой на святой земле в составе Палестины, чем под нелегитимной и разрушительной властью израильского государства. Сионистская пропаганда и террор для укрепления Израиля не принесут пользы еврейскому народу. Напротив, это является причиной антисемитизма и неприязни к евреям. Сионисты делают это намеренно, чтобы вовлечь нас в борьбу с ними, для достижения своих целей. Мы молимся о скорейшем и полном распаде Израиля и надеемся, что это произойдет мирно, без причинения какого-либо вреда простым людям. Мы также очень надеемся, что когда эти преграды на пути к миру, сионистское движение и израильское государство будут убраны, народы с разными культурами, оставшиеся на втором плане, будут жить на святой земле, в мире и согласии, как это было раньше.